Всем привет, вы на канале Темная Сеть, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Я прошел 23-я часть игры под названием «На линии огня». Я желаю всем приятного просмотра. Друзья, у меня прошла 23-я часть, если что, если вы, друзья, не расслышали. Может быть, я просто сказал тихо, не знаю. Кстати, тачка, друзья, тачка огонь, она мне очень нравится, она суперская. Просто офигенная. Вот если пойду нашего агента спасу, а тачку-то возьму, она мне очень нравится, реально. Я, друзья, жду DLC-шку этого Watch Dogs Legion. Когда я смогу сыграть за Эйдена Пирса, за легендарного, мать его, Эйдена Пирса. Я очень жду, когда DLC-то наконец-таки станет доступно. Я купил ее давно уже. Как только Watch Dogs вышел, я и купил ее. Просто увидел Эйдена Пирса. Ну пока, друзья, не могу в нее сыграть. Даже реально не могу. Может, надо код активировать, может, надо подождать. Скорее всего, надо подождать, пока она выйдет. Потому что пока, друзья, я не могу девушечку сыграть. Скорее всего, пока она просто недоступна. Так вот, друзья, наш агент находится в этом кирпичном здании. Ага. Так, маленько, сейчас быстро к этого бота. Контроль. Контроль. Так, и теперь... Так. Железная дорога, он даже тут находится, друзья. Ого, а где он находится? Где это он? Какого-то фига? Слишком далеко, я не пойму, где вход-то? А вход-то где? Эй, вы, алло, люди в Голливуде. Вход-то вы... Ой, сори. А где вход-то, не могу понять. Ладно-ка, черт с вами, объеду по-другому как-то. Как-то не по-русски сделали, ни хрена не пойму. Тачка. Да, блин, сейчас в моей Ивановской был, ты уже отпрыгиваешь, а? Почти балбеса. Блин, так и знал, что собью, а? Так и знал. Тачка реально офигенная, мне нравится Watch Dogs Legion, эта машина. Я вообще люблю спортивные машины, а? Так, где же вход, гребаная? Реально, где вход, я не могу понять. Пивец, я буду мучиться со входом этим гребаным, а? Кажется, я нашел его или не нашел. Опа! Игра Assassin's Valhalla к запуску. Окей. Да, кстати, когда сегодня Assassin's Valhalla у меня есть, а не подарили ее. Мой друг. Спасибо ему за подарочек. Вот, скорее всего, тут, а может быть, а может и нет. Сейчас попробую. Пойду. Попробую хотя бы, друзья. Я не знаю, где вход на самом деле, а. Хрен его. Ну тут, кстати, друзья, классная граффити, а. Тут хрен, не за ним вход. Охереть! Видок отпад! Немного вычурно, но пофиг. С кем поведешься? Так ведь? Это да, отпад. Это Килеша только что была. Так, радио, конечно, музыка, конечно, хорошо, но нельзя. Так, вот, скорее всего, тут сюда надо попасть, друзья. Сейчас припаркуем это чего. Во, наконец-таки я вход нашел, а. Просто гуляй. А ну, вали отсюда! Вот. Неха, сука, работяг трогать, сука, он работает, блин, на фиговую зарплату, сука, не хватает на семью, на детей, а ты, блин, еще бы за лицо его бьешь, а? Кто трогаешь? Какого фига я не могу это увернуться, а? Давай. Ублюдок конченый, а? Тварь тупо говорили, охренел, блин. Человек спокойно шел, дал обеза за голову его, блин, охеревший, блин, мудень, а. Человек, конечно, старается работать, блин, семьи, заработать гроши, а он тут мудил, охерел. Я ему, друзья, пизделей вставил. Так, где же наш герой находится? Где же нас, так сказать, наш друг, наш командный игрок, наш агент, пускай так уже. Вот я пока, друзья, скажу я правильно. Так, где же он реально находится? Я вообще правильно иду, у меня просто интересный вопросик. Надеюсь, что да. Надеюсь, я не зря все забрался. Так. Агент, это понятно. Так, спасите агента для всех, это тоже ясно. Это ясненько, друзья. Опа, кстати, друзья. Этот мудень, сейчас покажу, друзья, вот задание. Он вроде предал нас, а, этот гребаный, сука, Ричард. Ублюдок, малик, блин, фигов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты всегда так чудовищно тупишь? Я походу, да. Я помогу. Я, походу, жестко туплю. Черт, как ты напластом по стеклу. Так, баба бабу вырубила. Ах ты падла, это уже сука.
Давай, сучок. Ах ты, сука, что мне этот, друзья, пробил тупит, а? Неужели, а? Давай, давай, я хочу не помахаться. Ух ты, охреневший. Это ж командир у них. Давай. Ай, прям с колена. Пороже. Два, сука, тут командиров развелось, да? А, ёб твою мать, а? А, ёб твою мать. Еще себя не меня. Все на поиски. Дерьмо. Теперь уже. Сука, достали меня, уроды. Слишком много было. Есть, сука, ну типа дробовик получается, я понимаю. Так, этот бот на них. Их же бодрится, их же убивает, а? Сука, круто, а? Класса. Ну все, сука, я не хотел, хотел тихо зайти, а? Так, у него маскировка была, охерик, у меня. Я не знал, что их маскировка есть, а? Сука, тут слишком много командиров было, друзья, хотел тихо зайти, а? Получилось, как всегда. Как говорится, без тихого. Обломщик, можно сказать, был с тихой фигней, поэтому пофиг, а? 10.33, отправляю координаты. Да вообще насрать, обстановку. Я уже не боюсь. Мне вообще, я пофигу, я агент Дельсек. Агент Дельсек, ничего не бояться. Им на все насрать. Так, друзья, пойду наконец-таки спасу. Где же он, ёб твою мать? Почему он находится, блин, здесь, блин? Я не могу. Пошли, где он реально находится? Какого фига, я не понимаю вообще. Так, так, так. Мне кажется, ах ты сука. Я вообще не понимаю, правда. Куда идти, где агент, вот где он находится, что за фигня, как не попасть к нему, блин, что за хрень вообще, друзья, какая-то фигня происходит, непонятная, возьми, так, друзья, технологии, что-то надо прокачать себе, а то, блин, что-то чувствую, нифига не сработает, так, ракетный дрон, так, бот-паук, так, я думаю, о, загрузка завершена, нифига себе, сама игра обновлялась. Надеюсь, офигеть, а? Круто, а? Так, Вальгау, друзья, я, мне сказать, вдруг приобрел, так сказать, где-то, сколько, ну, 2 недели, 3 назад ее. Я не помню, честно, не заходил в нее. Только чисто скачал. Так, ага, как же попасть вообще, где он находится? Какого хрена вообще происходит, а? Что, другого агента надо взять, а? С ботом. Который с ботом, ну, в смысле, который с этим пауком. Блин, который с этим грузовым дроном, во. Потому что я не могу попасть к своему агенту, в смысле, своему, да, агенту досека. Просто сказать так, я не могу понять, не могу, куда идти, что делать вообще, а? Ого, видели, что было? Видели? Она такая, как будто и током ударила. Так, 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 так. Типа, беги сюда, Димон. Типа, твой агент тама. Типа, тама. Пушку убирай. Ага. Ох, какая же это тупость все-таки непонятная в этой игре. Боже упаси, а. Че за задание тупорывое такое? Я вообще не понимаю, куда идти, а. Че делать? Блин, пипец, бывает такая фигня, друзья, бывает, а. Ну че поделаешь, а? Ха-ха-ха-ха. Эй, блин. Ваня, честно. Музыка, конечно, хорошо, но... Может сюда? Ё-моё, сбоку бантика. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Цель бросила транспорт. Повторяю, цель бросила транспорт. Ты сука мелкая. Друзья, я тупанул так, а? Мой агент был вон где. Я даже еле сбил, а. Я реально еле сбил этого дебила. Покидываться, сука. Где мой агент? А вот и наш пропавший агент. Предлагаю снять с бедняги наручники и отправить в убежище. Взади на бабле. Пипец, он был принесу, а я наверх ходил, а? Те балбеса. Да нормально, все хорошо, успокойся. Успокойся. Ах ты, сука, а ты? Боже, пофиг, это же был... Че такой громкий, это же глушительный пистолет, да?
Так, поговорите. Ой, мне надо поговорить с ним. Поговорить надо с ним. Поговорить. А, во время погони недоступно. Сейчас я убегу. Только что видите, как в первой части Вальстёка. Прятался в машине. Взял руку, опа, выключил двигатель. Нажал букву F и пригнулся. Тут такого нельзя, друзья, делать, а. Я очень тебя жду сезонный пропуска, чтобы поиграть за Эдна Пирса. Реально классный супер герой. Реально, ну, классный герой, реально. Так, Брайан, ух ты, ну у него пулемет, понятно все, в принципе, с пулеметом, а. Смотрите в оба. Так, сейчас он меня, походу, обнаружит. Потом приходится вырубать. Я твою мать рождения. Надо же спрятаться, блин. Во, все. Сейчас, друзья, эта фигнюшка пройдет. Я подожду, пока эти дебилы свалят, а. Надо поговорить с моим агентом, с Тиреном. Имя, конечно, у него не особо активное, но он прикольный агент. Реально мне нравится. Друзья, еще раз вам всем желаю приятного просмотра. Спасибо вам всем, друзья, за поддержку. Огромный респект у вашу руку. Сачка это офигенная. Реально очень классная. Так, друзья, пока не могу скрыться. Я должен почувствовать. А! Все, понял. Сначала он будет сверху, друзья. А теперь этот, сука, мудень ко мне прибежал. Видели опять, а? Какого хера писать глушитель такой громкий, а? С херали он такой громкий, это писать с глушителем. Он такой очень громкий, друзья. Такая, я забыл, что мой агент, что есть свой личный транспорт. Я забыл совершенно про это, а. Так, убираем. Другим патрулям, видели нашу цель? Прием. Залипали уже. Когда я могу смыться, а? Или я всех должен убить, а? Ох, походу я пока так, друзья, не сделаю. Вот так вот пока не сделаю. Не свалю почему-то с этого района. Нихера. Во. Забыл сразу так сделать, а. Значит, я полгода буду ждать, пока они там, блядь, все родят, а. Мне уже надо миссию выполнять, а. Этого гребаного Ричарда. Только поймать и убить его нахер. Это он малик, он, сука, предал нас, он подставил нас. Он сказал, что на его день это баба. Эвелина, если я не ошибаюсь, ее зовут. Так теперь я могу поговорить наконец-таки с нашим агентом. Ой, сука, сори, извини. Хотя не, пофигу, я не буду извиняться, не начали насрать. Вообще, реально насрать на них. Ты в порядке? Жить буду. Иди, у тебя есть дела поважнее, чем нянчиться со мной. Увидимся. Класс. Друзья, телепорт был, что ли? А машина моя? Супер. Как только бедняга вернется, выдам свежее нижнее белье. А пока нужно отправить кого-нибудь на Трафальгарскую площадь. Согласна. Пора заканчивать с этим. Окей. Ладно, друзья. Вызываю свой личный транспорт, а? На кой хрен ты нам не нужен, а? Да, блин, пушку убирай. Транспорт вызывай. Ну и где? Типа я машину вызвал? Эй, типа я машину вызвал. Какого вообще? Неужели? А, вон где она. Капец, я нажимаю четверочку, она не работает. Машину не вызывает, а? Блин, тачка-то классненькая была, а где она? А, вот это, конечно, тоже хорошая. Шпионская, но это получше будет, друзья. Там мой батя херней страдает, а? Любит фигни поставить, не понимает ничего. Что я... Любит, как маленький ребенок себя вести. Так, сори. Тачка-то реально была классная, это тоже, конечно, неплохая. Шпион... Вот она, друзья, видели, да? Ну, я уже на своей машине еду, а? Ладно, та тачка мне просто реально нравится очень, а? Это тоже неплохая такая шпионская тачка, друзья, во. Но та будет покруче. Да и побыстрее как-то. Слушайте, вот, друзья, вот есть прикольная функция. Но почему-то она опять же не работает. Фух, блин, я думаю, что-то питает с него. Надо, друзья, правила дорожного движения учить, как говорится, не... стараться их не нарушать. Хотя бы где можно, что хочешь, в принципе, делать, а? Но тем не менее, друзья, хотя бы иногда я должен хоть раз не впитаться и доехать на машине. Эй, Мачо, на связи. Нормально. Хорошо, я вас вижу. Пройдемся по плану. Канадцы выделили мне офис с видом на площадь, чтобы наблюдать за вами. Слава Содружеству. Что ж, вот как мы поступим. Сейчас наготове 4 снайпера. Здесь и здесь. Твоя задача — найти Малика. Поймешь, что это правда он, почеши бровь. Так ты подтвердишь цель.
Считай до двух и падай. Откуда мне знать, что они не прибьют меня? Я видела, на что вы способны. Не пойдете против меня, и я не пойду против вас. Договорились? Прекрасно. Сука, я не могу даже стоять на месте, а. Я тебя... Я не могу даже стоять на месте, а. Не могу. Сейчас я убью тебя. Отпиздяк эту суку, а. Он, сука, охренел. Что ты пробил-то тупит меня на клаве, а? Сука, не нужно женщину трогать, а? Ублюдок. Так, пока недоступно, да? Опять же, сука, бесит меня это убегание. А чего они девушку трогали, друзья? Они охренели, ублюдки конченые. Так, кого? Что такое? Все хорошо. Так, быстрее. Что ты падаешь-то? Что бояться-то? Всем патрулям, отступаем. Цель сбежала. А, сейчас найдем этого тупого Малика. Подождем, как говорится, друзья. Может быть, поведем и ему пули в голову. Командир группы, что там? Не следа Малика, мэм. Зато отлично вижу агента Дачек. Не искушай. Черт. Да где же он? Как же мне это не нравится. Я тебя понимаю. Черт. Здесь нет терминала филамента. Нужно его запросить. Потерпи, это займет время. Помоги-ка мне, Бегли. Эх, вот бы каждый житель Лондона был обязан таскать на себе средства наблюдения. Советую повзламывать оптики. Может, Малик где-то засветился? Окей. Скачивай эти данные, ты дура, а. Изучу данные камеры. Посмотрим, не попал ли в кадр Малик. Какого хрена ты заколебала, ты дура? Хватит! Сука тупая. Все, пирайся, мне испортишь, а. Овца тупорылая. Нашел. Он возле урны. Либо хочет что-то спрятать в ней, либо ищет объедки. Да что вообще происходит? Черт. Думаю, Малик заметает следы. Возможно, подстраховался на случай слежки. И оставил координаты другого места встречи. Он нас заметил? Сомневаюсь. Тогда бы он просто скрылся. Отдам снайперам приказ ждать дальнейших указаний. У твоей последней жертвы была нательная камера. Проверь. Так. Тафельгарская площадь. Угу. Так. Ага. Жесткий диск, чтобы узнать, не засветился ли на ней Малик. Релевантных фото и видео не найдено. Ищи дальше. Ищу источник данных. Ничего нет, продолжай. Так, ну еще... А, все. Штрига-то себе немножечко отупливает. Что, блин, тут происходит? Вы правда думали, что меня может обставить сраный Найджел Касс? Он сделал эту запись, потому что я так хотел. Она попала к Эмми Чайлд, потому что я так хотел. Теперь у органов правопорядка есть досье на каждого из вас. Если хочешь жить, советую лечь на землю и руки на голову. Ну вот, еще разбежался. Нет, я не о том. Чтобы не зацепило осколками. Юма! Забираем! Черт! Эй, он здесь! Ю мать рождения, друзья, вот тут сука Малика. Вали оттуда нахер! Но Чайлд была в посольстве. Поздно, вали оттуда. Ю мать рождения, вали, ни хера себе, блин. Друзья, последствия. Не жестко ли меня так, а? Это, блядь, что ты делаешь, сука? Машину, давай, машину, блядь. Ебать, они валят, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтоб твое рождение, я сори. Да давайте. Ах, малёка стрелять нельзя. Почему я стрелять с такой пушки не могу, со своей пушкой могу стрелять? Есть, слава богам, могу свое оружие стрелять. Ебать, друзья, не ожидал такого.
Мы не охренели, да? Ого. Друзья, валить, они без конца будут, да? Нет, это будет без конца, друзья, икая. Ты так недобро скорее всего вершил, да? Я сейчас, друзья. Давно не стрелял, что-то. Давно, друзья, да что б такое, мать? Давно, друзья, я. Вождёте, так не стрелял, да, на машинах, да? Внимание! Критические повреждения. Покиньте транспорт. Ага, я вижу. Так, сука, я тоже должен взломать вас, а? Пипец, друзья, транспорт взломали конкретно. Просто пипец, друзья. Сука, Ричард убил Велину. Поставил нас, блять, ублюдок конченый, Малик, а? Чисто, сука, а? И этого, друзья, никак не ожидал. То, что это будет, то, что случится, сори. Да что ж такое-то, а? Точно не покидывать. Сука, беги же ты, твою мать. Беги, моя красавка, беги. Мою мать рождение. Пипец, друзья, убегать из них это полный песок, а. Всем патрулям, мы на хвосте у цели. Сейчас вообще насрать, вы, бля, а. Ебаская погоня, друзья. Сука, блядь, взломал мою машину, ублюдок, а. Да она сама по себе едет, друзья, сука. Остановите этот транспорт! Она даже была в плечи. Да. Заколебал, а. Задолбала. Не тоже. Я тоже, друзья. Выпила. Я ужас, когда же смысл надо теперь, а? Любить из столь безопасного места. Я чё? Критические повреждения. Твою мать, рождения. Только машин придется менять, друзья, чтобы играть. Сука, это полный песос, а. Ебать, твою мать, а, тяжело ранена, ну ё-моё, Шарон. Такана, ах, зараза, сука, бежал, ранили мою агеншу, а. Ух, надеюсь, она не погибнет, а. Так, киллершу надо брать, сука, потому что надо мудилу убить будет, а. Так, где моя киллерша? Я, блин, надеюсь, моя докторша спасет ее. Так, киллершу потерял, не узнал просто ее. Так, берем, все. Надо, сука, убить этого Малика гребаного. Нужно подменить агента. Если выживет, обязательно поблагодарит тебя. Вот, блин. Ну ничего, я всех раскидаю. Что-то странное. Я заметила, что нахожусь в розыске. Без всякой на то причины. В чем дело? Та же херня. Что происходит? Похоже, Малик не блефовал. Ваши мордашки во всех новостях. И это не очень хорошие новости. Блин. Так, Бекси, загоняй всех в убежище. Надо перетереть за всю херню, ага. Так, на линии огня. Задание выполнено на линии огня. Серьезно, выполнено задание? Так, как она выполнена? Так, досье Малика. А, досье, наша следующая миссия будет называться досье Малика. Так, досье, 23-я миссия под названием...
На линии огня завершена. Все спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, ставьте лайки. И берите крутую тачку. Вау, ух ты. Нихера себе. Миссия была непредсказуемая. Жалко, что агентшу мы ранили. Я надеюсь, она выживет, а? Срочные новости. В канадском посольстве на Трафальгарской площади прогремел сильный взрыв. Сирс выпустила заявление, в котором утверждается, что к этому причастна террористическая группировка DedSec. Если вы знаете кого-то, кто может быть членом DedSec, немедленно сообщайте об этом Сирс через приложение CSAY. Почему я не удивлен, что обвинили DedSec, друзья? Я лично реально не удивлен, а? У нас только еще охота будет вести. Малик, сука, мы должны этого ублюдка убить, а? Просто обязаны эту суку покарать. Из-за моей агентши, из-за него ее ранили, блин, просто я смысла не успел, не ожидал, что на меня вообще нападут, блин, а. Ебать, тебя мне жестко валили, друзья, реально жестко мне валили, а. Не суетитесь, я в порядке, честно. Готова к работе. Цена борьбы за свободу, чё? Клёво, что ты снова с нами. Друзья, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. А, еще послушаем, друзья. Глава отдела антитеррора Сирс Малик возглавил расследование, позволившее идентифицировать личности всех членов лондонской ячейки DedSec. Вот, друзья, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Это я уже говорил, сори, что повторился. Всем, друзья, пока-пока. Извините, что я повторился, как старый дедок. Бывает. Этого Малика, друзья, в следующей миссии мы убьем, надеюсь. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.